поймайте рыбку и загадайте желание. У большинства посетителей Дворца спорта желание похожее, чтобы мир вокруг стал более открытым и удобным для людей с ограниченными возможностями. Районный праздник, который носит название «Ты можешь больше», всегда проходит с ноткой грусти. Хотя уже в фойе посетителям поднимают настроение творческие коллективы. Все мы здесь вот собираемся, делаем все эти творческие мастер-классы, спортивные мастер-классы и концертную программу, интерактивную. Это все вот как бы крутится, вертится именно для того, чтобы эти дети почувствовали, что они могут больше. В организации приняли участие учреждения дополнительного образования и спорта, а также сферы инклюзивного образования и реабилитации. А потому в некоторых точках не просто развлечения, а развивающие состязания. Это различные игры, в которых дети должны, например, достать рукой механической детальки. Они делают это на скорость, они делают это на внимание, развивают мелкую моторику. И, в общем, они как-то пытаются со всем этим справиться. Всего в мероприятии приняло участие более 300 людей с ограниченными возможностями здоровья, их родные и друзья. Весь зал был разбит на определенные зоны для релакса, творчества и спорта. Для более подвижных – эстафеты и игры, для усидчивых – мастер-классы. Это витражная роспись, то есть готовые витражи и специальные краски для витражей. И вот они заполняют этот рисунок. Не было, чтобы один и тот же вот цвет был рядышком, чтобы они комбинировали также цвета. И получалось, вот тогда будет интересная картинка. Каждый уголок на арене Дворца спорта служит подтверждением девиза фестиваля «Ты можешь больше». И касается это не только художественного творчества или спортивных соревнований. Например, специалисты колледжа Московия приехали сюда с необычной миссией. Со мной два волонтера от нашего колледжа. Мы участвуем в этой акции. Ну а что конкретно сейчас вы творите вот с этим человеком? Сейчас у нас происходит вечерняя прическа. Локоны у нас. В основе у нас идет обработка волос гофре. Здесь же прошел розыгрыш призов. Счастливые билеты помогали доставать из барабана почетные гости праздника. Ольга, это ваш подарок номер 83. Поздравляю! Фестиваль «Ты можешь больше» проводится по инициативе и при поддержке администрации Ленинского района и стал уже доброй традицией. Елена Бабина, Максим Козлов, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.